что, дети, привет! Добро пожаловать в Осаку! Мы только приехали, у нас тут ночь. Мы в японском 7-Eleven. Здесь совершенно другой ассортимент, конечно же, в отличие от корейских. Правда, уже вечер, поэтому много раскуплено, но на самом деле здесь реально прям свежее. Можно просто взять еду, и очень все вкусно, не просрочено. А еще что мне здесь нравится? Такого вот, например, в японских, ой, в корейских магазинах нет. Шампанское в холодильнике стоит, где оно должно быть. И продаются даже малышки. В общем, дети набрали разные вкуснятины, да? Японские рамен. Чипсы, поки, то ради чего дети, можно сказать, приезжают в Японию, хотят сюда. А? Что? Интересно, что это? Мед, что ли? Покемоны. Нет, нельзя. Я тоже покемоны обязан. Да? Вот это посмотрите, какая милота здесь есть в супермаркете, точнее в маленьком ночном магазинчике. Можно себе сделать вареное яйцо. Да? Прямо с бульончиком. Сделать кофе. Налить горячей воды. Разогреть. О боже, здесь даже принтер есть. Я в шоке. Какая-то старинная система. Смотрите, какого количества разных полезных напитков. Просто разные витаминчики. Да-да. В Корее у нас тоже много такого. Ух ты. Это что, какой-то спарклинг? Наша первая ночь в Японии, особенно Сашина. Да? Саша, как тебе твои первые впечатления? Осака. Чисто. Ага. Уютно. Ага. И знакомая атмосфера. В общем, Азия, да. То, что мы купили в 7-Eleven. Смотрите, даже свежий осьминог можно было купить. Все, ура! За Осаку и за день рождения Евы. Все, мы едем в Universal Studio. Мы приехали в Universal Studio в Осаке. Красота! Санхё! Так, как только ты заходишь в Universal Studio, ты сразу попадаешь в какое-то место, где деньги тратятся как просто, как не знаю что. Хочется купить все. Просто. Мы уже потратили деньги. И Майя выбрала себе еще вот такое, смотрите. В общем, одеялка. Чего тут только нету. В прошлый раз мы очень много денег здесь потратили. Ты банана хочешь? Зачем он тебе? Ой, это рай. И сейчас, конечно, тема Марио с
самое популярное, наверное, в Universal. Это что, печеньки Марио? Да. Вау! Марио печеньки? Да. Это просто рай. Это рай для детей. Привет, друзья, всем из Осаки. Сегодня семейство Сон едет куда? Киото. В Киото. Надеюсь, мы доберемся сами. Честно, я не знаю. Сейчас нам нужно найти определенную линию поезда и сесть на него. Мы купили билет на целый день, по которому можно кататься с Осаки в Киото, посещая разные достопримечательности самого Киото. В Осаке сейчас очень классная погода. Просто еще гинка. Стоят. Солнечно. Очень тепло. Марюша, тебе нравится в Японии? Да. Да? Очень? А что ты больше всего в Японии любишь? А? Что тебе больше всего нравится в Японии? Все. Все нравится? Так, мы в Японии передвигаемся на общественном транспорте, потому что, ну, здесь как бы это очень развито. И такси стоит очень дорого, да и даже те же поезда стоят тоже очень дорого. На транспорт, в общем, тратится большая часть расходов, получается, туристов. Да, мы вчера сколько потратили на наш проезд? Как ты думаешь? 100. 100 тысяч вон? Да. 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 Ну, обратно мы ехали на такси, потому что... мы купили билеты, да, на поезд. Seaside Pass Kyoto Osaka. И сейчас мы поедем. По ним можно просмотреть все самые известные достопримечательности в Киото. Да. И это стоит очень дешево и выгодно. В общем, покупайте такие билетики. Это прямо то, что нужно. Ой, гайд возьмем сейчас еще. То, что нужно посмотреть. Сейчас как раз сезон еще красных кленов. Ну что, мы доехали до Киото и остановились на станции Гион. Здесь их знаменитый маркет. Такой уличный рынок с всякими интересными, милыми лавочками. Магазинчиками. Маюша, смотри, какое милое кимоно. Здесь можно примерить кимоно, мы это уже делали. Вот. Мы идем смотреть, что можно поесть. А вообще здесь очень много всего, что можно просто попробовать. Просто какой-то миллион. Милоты, вкусноты. Все так уютно и мило. В Киото мы уже были. В прошлом году тоже, да, на пару дней, и мне здесь очень понравилось. Это нереальная атмосфера города, поэтому Киото — это обязательный город в Японии, который нужно посетить прям 100%. Вы не пожалеете, если приедете однажды сюда. Боже, ну что за милота, просто ми, да? А, как тебе? Да. Кьюти, вау, хлеб в виде зайчиков. А и вот таких вот милых лавочек здесь просто сотни.
каждую заглядываешь, и в каждой просто что-то классное, неповторимое есть. И вот это вот что? Тоже. Ну, это что-то европейское уже. Вот он. Район. Дион. Как классно. Так, что мы будем есть? Ну-ка, что здесь? Мы сейчас в поисках еды, как обычно. О, это магазин очков, смотри, такой. О, ангел. Да. Всем гуляют в кимоно. Вот так, дети. Покажи. Это тангуру из мандарина. Покажи, Майя, у тебя что? Из винограда. В общем, фрукт. Нет, нужно просто, нет, нужно кусать вот так вот. Да, 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 да. В общем, это в сахаре фрукты. В Киото находится более чем 2000 храмов, представляете? И это один из городов, который сохранил старую японскую архитектуру. Потому что Киото, в отличие от Токио, не бомбили. И здесь все сохранилось так, как оно было. Маленькие осьминожки. Ой, прям классно. Погулять. Сейчас сезон мимодзи. Мимодзи — это красные клены. Ого, это же краб. Здесь есть магазинчик студии Гибли. Асито Торо. Это Каунаси. Не Каунаси, да. Боже. Посмотрим, что здесь продают. Хотя в прошлый раз мы смотрели. Здесь есть все, друзья. Все, что связано с Тоторо и другими. О, вау, этот кролик. Это рэббит, боже, какой классный. Что? Да, это же из аниме. Даже лягушонок есть здесь. Боже, класс. Вот классная зайчиха. Смотри, ушки. Кстати, вот в Японии очень популярны вот такие полотенчики. Знаете почему? Дети в школах и в детских садах, они вытирают своими полотенцами руки. Поэтому это вот прям так чисто японская такая тема, можно сказать, мини-полотенце. Здесь и полотенце. Ух ты, смотрите, какие носки прикольные. Что, Майя? Тоторо, Тоторо, Тоторо. Хай. Купили зайчика. Говори. Скажи, что ты хочешь стробери мороженое. М?
Окей, Санхён не зря учит английский. Три стробери, Саша говорит. Здесь находится Starbucks. Вот в таком традиционном японском доме. Ради чего вообще дети, мне кажется, хотят приезжать в Японию. Как будто бы у нас такого нету. Конечно же, у нас все есть. Что ты хочешь? Это вкусно? Мы же только что поели. Ева. Да, Ева у нас захотела мясо. Давай попробуй. Скажи, вкусно или нет? Да? Дашь попробовать? Нет? Да? Так, мы приехали в покемон-центр с детьми. Смотрите, какая красота нас встречает здесь. Милота. Пикачу в костюме, точнее в кимоно. Это огромный просто магазин с разными игрушками. Фанаты покемонов, наверное, вы понимаете, что это, но лично мы нет, точнее я. Санхён очень хотел в этот магазин, он все в ютубе смотрел, сейчас что-то выбирает себе. Сколько они стоят? Санхён. 2. А ты мне деньги дашь? Вагончики, смотрите, какие. Hello Kitty. Все, наше путешествие в Осаке закончилось, да? Едем домой. Bye-bye. Пока, Япония. Еще приедем. A limited express ticket is required.